Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимца кота Рыжика. Рыжик, привет, дружище! Вот, здорово. Сегодня мы, друзья, опять будем открывать пазлики. Итак, в прошлых двух частях мы открыли 10 пазликов, сегодня мы будем открывать еще 5. Ну что же, друзья, давайте-ка пока мы покупаем нашего любимца. Вот так, здорово, здорово. Отлично, и еще. Здорово, вот так, да-да-да-да. За то, что мы купаем его, ухаживаем за ним, сушим, чистим зубки, нам дают кусочки пазликов или покупаем. Так, здорово. Ну, а сейчас давайте-ка еще почистим зубки. Вот так ему чистим, 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 чистим. Здорово, 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 здорово. Итак, да, здорово, неплохо у нас все получилось. И еще давайте-ка сыграем вот эту забавную игру. Нужно побыстрее. Вот. Прокрутить вот эту туалетную бумагу, и за это мы получим дополнительный приз. И посмотрим, какое же место мы займем. Итак, итак, да, 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 друзья, и мы заняли первое место. Ну что же, здорово, приятно очень, друзья. Итак, еще раз блокируем кусочек пазла. И эх, ну что же, давайте-ка посмотрим. И это 11-й пазлик, давайте мы его разблокируем и посмотрим, что же здесь за картинка. Ага, вот, здорово, смотрите, наш котик Джинджер катается на люстре. Ну что же, давайте-ка сложим вот этот забавный пазлик. Так, я надеюсь, что только наш Рыжик не оборвет люстру. Вот, здорово, здорово, как-то, нет, не сюда. Вот, непонятно, куда вот этот кусочек, возможно, где-то сюда. Ага, вот, да, сюда. Вот так, все получается, друзья, у нас. Вот, смотрите, как здорово. Отлично. И еще вот сюда кусочек. Замечательно. Ну что, неплохо, неплохо уже он у нас слаживается. Так, еще вот кусочек головы с глазиком. Вот кусочек ушка. Неплохо. Еще вот так. Да-да-да-да-да. Ну вот, смотрите, друзья, осталось только 3 кусочка. Вот, замечательно. Вот такой вот забавный получился пазлик с изображением Рыжика. Ну что, еще попробуем очередной пазлик. Ну давайте-ка, ребята. Итак, 12-й пазлик. Давайте-ка мы его разблокируем. Алло, да, это кот. Вот, здорово. Ну что же, давайте-ка сложим еще вот этот пазлик замечательный. Так, вот, хорошо. И еще вот так. Вот изображение Бена в углу на картинке. Как-то вот так, что-то неправильно я сложил. Ага, вот так, да, замечательно. Еще кусочек головы с глазом. Так, вот телефон тоже мы сложили. Так, еще вот какая-то красный, то ли это диванчик, то ли что, непонятно, но как-то вот так. Хорошо, друзья, итак, продолжаем, продолжаем. Вот кусочек, кусочек вот так как-то. Хорошо, кусочек глаза. Еще вверх, неплохо. Ну вот, смотрите, друзья, вверх уже сложили, низ тоже. Осталось только несколько пазликов посередине. Вот так. И да, друзья, замечательно. Второй пазлик мы уже сложили. Неплохо. А сейчас, друзья, давайте-ка займемся уже 13-м пазликом. Томатный снайпер, зеленый попугай сбит. Интересно, давайте-ка посмотрим, что здесь. Ага, вот, наш Рыжик бросается помидорами, ну что же, неплохо, неплохо, давайте-ка сложим еще вот этот пазлик, вот помидора, ага, помидоры, томаты у него в лапках, ну что же, поможем ему в этом, так, вот кусочек ноги, кусочек обоев, вот так, это все здорово смотрится, отлично. Хорошо, друзья, вот кусочек томата, вот так, замечательно. И еще, 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 вот так, чудесно. Так, кусочек, кусочек носика, вот. И еще, еще нужен вот сюда кусочек. Да, здорово, неплохо. И вот последние несколько кусочков. И да, да, здорово. Итак, мы, друзья, сложили уже пазлик. И давайте-ка посмотрим, что у нас еще есть. Итак, разблокируем. Прости, дядя Бен. И что же натворил
наш рыжик. Ужас, ужас, как бедного обидел Бена. Ну, будем надеяться, что Бен простит нашего рыжика. Так, вот, как-то вот так. Хорошо, еще вот глазик нашего джинджера. Вот замечательно, еще вот так. Хорошо, неплохо у нас все получается. Одного кусочка не хватает, и уже низ будет закрыт. Ну ничего, сейчас мы и с этим тоже довольно-таки быстро справимся. Так, вот этот кусочек вот сюда. Замечательно. Кусочек с газетой. Вот так, да-да-да, друзья. Очень хорошо, очень здорово все у нас получается. Еще вот так. Замечательно, замечательно. Вот. Хорошо. Вот Бен уже сложил. Сложился. И еще давайте-ка, друзья, попробуем вот этот кусочек. Да, 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 замечательно, замечательно, друзья. Вот, все здорово у нас получилось. Хорошо. Вот, итак, продолжаем. Продолжаем, друзья. И на этом скоро мы будем еще сложим один кусочек. И на этом, друзья, уже будем прощаться. Итак, последний пазлик. Разблокируем 15-й. Итак, посмотрим, что же здесь будет. Ага, вот такой вот забавный джинджер. Заместитель Санта-Клауса. Здорово, друзья. Итак, давайте-ка еще сложим вот этот пазлик. И на этом уже, друзья, будем прощаться. Так, вот так. Очень неплохо. Очень здорово. Вот так замечательно. Отлично. Вот, вот, вот так мы слаживаем. Смотрите, как здорово он выглядит. Заместитель Санта-Клауса, наш джинджер. Так, вот, хорошо. Куда вот этот кусочек, что-то непонятно, друзья. Очень, очень непривычно, одинаково это все выглядит. Вот, смотрите, друзья, как замечательно. Да-да-да, все хорошо. Еще вот этот кусочек. Вот, чудесно, замечательно. Вот так. Да, и да, все получилось. Отлично. Итак, друзья, на этом мы сегодня уже будем заканчивать видео. Итак, уже 15 кусочков пазликов мы сложили. В следующем видео будет еще 15 кусочков. А смотрите, друзья, то есть вот у нас вот такие вот замечательные картинки. Первый пазлик. Джинджер играет с червячком. Хотя больше похоже на мокрицу. Вот играет с жирафом. Так, вот играет наш джинджер в грязи. Играет с игрушкой Бена и Тома. Вот с радиоуправляемым самолетиком гоняет бедного Бена. Так, итак, джинджер у нас рок-звезда. Джинджер-пират. Джинджер-ниндзя. Джинджер играет в рыцаря. Джинджер играет в викинга. Здорово. Джинджер играет на люстре. Вот с телефоном, с томатами. Еще немножко поиграл с Беном. И вот заместитель Санта-Клауса. Вот такие вот сегодня прикольные мы открыли пазлики, друзья. Итак, на этом прощаемся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока, друзья. До новых встреч.